ты тут увидел 50 дольчик Габана. На телеке ощутимая скидка. Посуду было 3000 евро, сейчас или 1800, например, 2889. Сейчас 1600, или уже на имени. Картинка красная. Вот этот магазин будет покрупнее, я думаю, там скидки должны быть побольше. Идем туда. Что я тут увидела? Корсета Dolce & Gabbana. Ценителем моды. Будет у вас и на кухне, может быть, Dolce & Gabbana. Правда, цен нету, конечно же, здесь. А хотя, может, на той стороне есть цены. Посмотрим. Вот такой миксер. 819 евро. Соковыжималка. 500 евро. И тостер 500 евро. Даже вот что здесь можно купить. 99 евро. Пластинки прослушивать. На все цены нет. Ну, я думаю, примерно все будут в пределе 100 евро стоить. Здесь я скажу вам, скидки реально поощутимее. Телевизоры. Эти большие телевизоры. Ну, в любом случае, скидки хотя бы какие-то есть, уже немножко похожи на Black Friday Sale. Прям на телеке ощутимая скидка. Было 3000 евро, сейчас 1890, ну, даже 89. Или вот этот, например, 2800 стоил, сейчас 1600. Картинка классная. Самсунги, кстати, это. Ну, тут на самом деле очень большой магазин. Поэтому, наверное, и скидки больше. Вот такой вот огромный магазин. И там еще продолжается. Обзор всего, конечно, делать не буду. Уже время не так много. Фены Dyson. Утюжки, фены, выпрямители разные. Вот такие цены. Продолжение коллекции от Dolce & Gabbana. Тут цен нету. Вытяжка. Плита. И вот такой вот холодильник. Сделан под ретро. Ну что, поехали туда? Ну что, поехали. Смарт-часы такой вот фирмы, они 60 евро, были 80. Я даже не знаю, что это вот Fitbit, более такие популярные Fitbit, они вот эти вот конкретно часы, были 199, сейчас 169. На эти часы скидок нету никаких, но в принципе пока то, что я вижу, таких прям грандиозных каких-то скидок и сумасшествия большого здесь нету. Возможно, уже все самое интересное разобрали, поэтому электроскутеры можно купить, электросамокаты 599, по параметрам, честно, я ничего не понимаю, 649 евро был, сейчас стоит так вот. 100 килограмм удерживает, максимальная скорость 25 километров, можно проехать 45 километров. Расстояние. 45 километров, мне кажется, нормально. Что-то вот такое. На этом 25 километров можно проехать. 399 евро? 100 килограмм выдерживает также. 50 евро скидка. Не могу сказать, что это прям Black Friday, это такой под ретро сделан. 25 километров максимально. У него даже фонарик тут есть. Цена 899 евро. 100 евро скидка. И там для мелких. Сейчас для мелких тоже электро? 119. Вот это за 280. Ну это уже, ну что? 289. О, какой пес классный. Вот такие есть для экстремального этого. 179. Кто на таких умеет кататься, у кого баланс хороший? Я не умею на таких. JBL колонки.
Вот эта колоночка была раньше 179, сейчас 149. Такая побольше была 359, сейчас 279. Вот уже LG фирмы. Цены, я думаю, вы видите сами уже, кому интересно посмотреть. Это тут же какие-то гаджеты для детей. И вот еще кто-то такой покупает, вообще даже интересно. У нас когда-то такой был, по-моему, вот такой вот маленький, если я правильно помню. И под ретро радио такие. А кто любитель больших размеров, то вот вам JBL колонка 599 евро. Она, наверное, практически с меня ростом. Вот такая чуть-чуть поменьше, 339 евро. Это уже можно прям целую дискотеку дома устроить. Dyson беспроводные пылесосы. Вот этот я не знаю. У меня такого нету. Я особо не углублялась в технические характеристики. Но вот такой самый простенький 350 евро. А нет, он не самый простенький. Тут есть еще дешевле 300 евро. И это Black Friday сейл, скидки на него. Насадки тут тоже есть 500 евро. Утюги, гриндеры разные от 30 евро. Это такой блендер, сразу коктейли там, смузи делать. Интересно, смотрите, нажимайте на паузу, не стесняемся, ставим лайки, не забываем. Мы стараемся, снимаем вам такие утюги. Вот такой гриль у нас, кстати, очень удобно. Стейки вообще супер готовит. 270 евро. И вот такая у меня есть мультиварка. 120 евро, она сейчас стоит 30 евро скидки. Тоже очень удобно, особенно плов готовить. Просто закинул и забыл. И мясо, говядину хорошо готовит тоже. Мягкое прям получается, сочное, смачное. Резюмируем. Для меня это как выглядит какой-то большой один развод. Никакого Black Friday Sale здесь нету. Возможно, что-то и было, но это уже все разобрали. Есть крупные магазины, онлайн я смотрела, там действительно очень такие скидки недостаточно ощутимые. Поедем, посмотрим, вряд ли вам уже что-то покажем, но себе, может, что-нибудь там и купим, потому что снимать уже, наверное, не будем, сейчас темнеет, в магазине народу там много, тоже особо ничего нет. Так что все, всем ставим лайки, потом в конце видео досмотрите обязательно до конца, мы вам покажем, что мы купили себе на Black Friday в другом магазине. Мечты сбываются. Давно мы мечтали об этой камере. И, конечно же, цена была изначально 550 евро. Это Hero Black GoPro 11. А мы ее закупили за 450 евро. И сейчас я с вами сделаю распаковку. Такая классная коробочка. Это прям как кейс такой, она крепкая. GoPro. Это последняя GoPro 11. Смотрите, вы увидите это первое. Ой. Даже мы еще этого не видели. Вот она. Наша новая камера. Давайте с вами поближе рассмотрим, что тут в комплект входит. Вот такой вот кейс, крепкий кейс, хороший, то есть она не разобьется, если куда-то с собой брать. Сама камера. Так, как-то аккуратненько, не хочу за экранчики брать. Вот такая она маленькая по сравнению с моей рукой, даже можете сами видеть. Тут вот крепежи, где крепятся.
два экрана, один спереди и один сзади экран. Такой вот крепеж на липучке. Пока, честно говоря, даже не знаю, для чего он. Будем разбираться. Батарея, конечно. Еще один крепеж. Я так думаю, что это для стабилизатора, для трипода. И вот такое чудо. Честно, не знаю, для чего это. Опять же, есть инструкция. Все будем разбираться. Вот такая покупка у нас была сегодня на Black Friday.